В Дворце культуры «Энергетик» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Профессиональный праздник «Все, кто трудится в системе здравоохранения» отмечается в 3-е воскресенье июня. Даже в свой профессиональный праздник коллектив Центральной районной больницы не в полном составе. Многие на рабочем посту рядом с теми, кто нуждается в помощи. В зале Дворца культуры среди врачей, медсестер, лаборантов и ветераны заинского здравоохранения. В адрес всех собравшихся звучат не только слова поздравления, но и благодарности за труд, без которого сегодня мы не можем представить жизнь. Поэтому важно, что государство не оставляет без внимания эту отрасль. В последние годы в систему здравоохранения муниципального района инвестированы значительные финансовые ресурсы. Только в 2018 году в сферу здравоохранения вложено более 150 миллионов рублей. Капитально отремонтированы здания поликлиники, хирургические, диагностические, детские корпуса, филиал поликлиники номер 2 «Радуга». Глава района отметил, что ведется работа по кадровому обеспечению больницы. Наряду с федеральными и республиканскими программами существует муниципальная программа поддержки молодых специалистов. А в новом 24-квартирном доме, строительство которого начнется уже скоро, предусмотрены квоты и для медицинских работников. Аркадий Владимир Павлович, фельдшер отделения скорой медицинской помощи. Праздник – это всегда повод отметить лучших работников. За профессионализм, преданность делу, вклад в развитие здравоохранения специалисты Заинской больницы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы района, министра здравоохранения, руководителя исполнительного комитета, главного врача, председателя профсоюзного комитета ЦРБ. Мы работаем в этой отрасли и пришли в эту отрасль, зная, что действительно это самое сложное, это человеческий организм. И все, что мы делаем, это мы делаем для спасения такого великого слова, как человек. Сейчас самое главное – это знание, доброта, качество. И, конечно же, чтобы все те люди, которые прошли через заинское здравоохранение, были довольны нашей работой. Главный врач Заинской ЦРБ раскрыл небольшой секрет. На территории больницы появится скульптура, посвященная всем работникам здравоохранения Заинского района. А праздник продолжился лучшими концертными номерами коллектива Дворца культуры «Энергетик». Кульнара Феофанова, Денис Ипатов, новости Татарстана.